Иностранные эксперты продолжают работать на выборах. Представители Того, Камеруна и Шри-Ланки посещают избирательные участки, общаются с сотрудниками УИКов и рядовыми южнорайцами. Специалисты посетили и штаб общественного наблюдения за выборами. На участке находятся две камеры. Здесь на мониторах участки, которые меняются, то есть все участки, которые в области существуют, они здесь периодически выводятся. Камеры на всех участках работают в круглосуточном режиме. При поступлении жалоб из УИКов специалисты центра могут найти видео этой истории и детально в ней разобраться. Иностранные эксперты высоко оценили работу системы видеонаблюдения. В Челябинске серьезно относятся к организации выборов. Это объясняется тем, что Россия все больше движется к демократическим нормам. Камеры – один из лучших инструментов контроля за выборами. В Африке на это денег нет. Было бы хорошо, если бы Россия помогла с этим. Жан-Франсуа приехал из Камеруна. Специалист Министерства иностранных дел рассказывает, что в его стране оппозиционные партии жалуются на нехватку денег. Из-за этого не могут на все участки поставить независимых наблюдателей, а значит и контролировать ход голосования. Поэтому установка систем видеонаблюдения помогла бы сделать выборы в его стране более прозрачными. Но на это в Камеруне также нет средств.